программе ничего сверхъестественного не будет. Будут стандартные подходы на турнике, на брусьях. И в конце обязательно сделаем дополнительные отжимания. Первое. Турник делаем 4 подхода по 10, после 4 подхода по 8 и 4 по 5. Также делаем с дополнительным весом 10-15 кг в таком же формате. То же самое и брусья. Сегодня мы поработаем со своим весом. Ну, а если найдем вес, то и с весом поработаем. Танцевать уже больше нету сил, нету сил. Мы словно с тобой на ибице. Обязательно полностью отпускайтесь и самое главное полностью включайтесь. Локтями не стреляйте, резко не включайте, потому что завтра с дополнительным весом начнете работать, а у вас локти начнут болеть, соответственно, вы травмируете сам сустав. Поэтому аккуратно. Также турник, ребят, очень важно. Самое главное, как я всегда говорю, главное не количество, а качество. Если вы 10 качественных подтягиваний не выполняете, то делайте 5-8. Полностью включили, также аккуратно, без рывка. Полностью подняли. Часто задаваемый вопрос по времени между подходами, какой делать отдых. В среднем от 30 секунд максимум 2 минуты. Ну, конечно, нежелательно хотя бы минуту отдых берите. Также, ребят, очень много людей спрашивают, пить или не пить во время тренировок. Я вам скажу так, ребят, в обязательном порядке. Во время, допустим, у меня в среднем за тренировку уходит 2,5-3 литра воды. Соответственно, я потею хорошо. А если вы потеете хорошо, то и прослоечка будет тоненькая у вас. Но в целом баланс обязательно нужен, ребят. Поэтому еще раз повторяю программу, турник. 4 подхода по 10, 4 по 8, 4 по 5, также с весом. То же самое брусья, ну а в конце уже по мере остатка ваших сил выполняйте отжимания. И по желанию, знаю, что не все его любят, но надо, Федя, надо. Всем спорта, друзья.